Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. В студії я Наталія Гейман, і сьогодні ми говоримо з Наїрою Акубардією, представницею громадської організації «Грузинська душа», про те, як же грузини в Дніпрі святкують новорічні свята і взагалі, як живе грузинська душа в нашому Дніпрі. Добрий день, моє салмебіт. Я представляю общественную организацию «Грузинская душа» Картули Сули. Наша цель – собрать и работать с грузинскими детьми. В Днепре проживают грузины, которые давно выехали, или здесь родились, или здесь проживают грузины. И наша общественная организация ставит цели охватить этих детей, дать им представление о родине, о родном языке, о чтении, о письменности, о истории, о культуре. Поэтому этими вопросами занимается грузинская душа. Я преподаю грузинский язык. Грузинский язык – один из красивейших языков в мире. У нас очень богатая история и очень интересная история. Вот под последним данным, буквально неделю тому назад, американцы признали, что грузинский язык является самым старейшим языком. 3000 лет грузинскому языку. Наша письменность очень интересная, потому что если в мире 2500 языков, то только из них 14 имеют свое написание. Грузины мы имеем свое написание, поэтому мы об этом хотим рассказать детям, чтобы они знали, что надо учить, как нужно учить и чем надо гордиться. Пані Наїра, скажіть, будь ласка, скільки дітей? Це ж виходить як така духовно-культурна школа, правильно у вас да, грузинська душа? У нас духовно-культурна школа. Да, ми охватуємо дітей там, з 5 лет, і у нас неограничений возраст, є зовсім взрослые ученики. Мы разделяем на группы, так как я педагог, то я понимаю, как должно быть разбито занятие, с какими детьми, как нужно заниматься. Поэтому с некоторыми мы просто играем, с другими мы просто показываем буквы, учим стихи, с третьими мы читаем, с другими мы рассматриваем культуру, очень интересные аспекты современной Грузии, прошлой історії Грузії, поэтому у нас очень интересно проходять уроки. А от діти спілкуються з батьками вдома грузинською мовою чи російською, українською, якою? Ні, наші діти спілкуються українською мовою і, мабуть, на російському язикі. Очень обидно, ми говоримо їм, що нужно родителям, є родителі грузины, но они почему-то в семье разговаривают на русском или на украинском языке. Сейчас украинский более актуальный, поэтому семьи переходят на украинский язык. Ну, и это тоже приятно. Но если уже говорить про традиции, вот близятся новорічні свята, да. Так, грузины и украинцы, они чем-то схожи, так? Ну, и религийно да, схожи, да, и да, с традициями. Вот скажите, есть какие-то грузинские традиции, которые там культивуются в Грузии, да, и уже там веками они существуют? Чи є вони? И какие Які вони і чим вони, чи проживаються вони тут, в Дніпрі, зараз? Да, ну, як і у українців, у православних, ми то, у нас теж починають колядувати, це дуже цікаво, ходять в бурки, ходить Дід Мороз і поздравляє всіх з Новим Годом. Но Грузия традиционно, так как это была горная страна, и она всегда думала о своей экологии, она не ставила елку. У нас есть специальная елка, называется чичилаки. Он выстругается из орехового прута. Очень красивая такая белая пушистая елка. Вы, наверное, видели, может, расскажете. Да. И, конечно, Новый год очень интересно. Обязательно за столом должно быть гозинаки, наше традиционное такое лакомство, которое давали воинам, и оно заряжало энергии. Из чего оно сделано? Из орехов и меда. Да, оно сохраняется долго, поэтому это наши традиционные, конечно, сациви, наши визитные карточки грузинской кухни, хачапури. Поэтому мы начинаем праздновать так. Конечно, Рождество очень интересно проходит, потому что это праздник Алило, опять же, поздравляют, ходят. В подтверждение то, что Грузия находилась в анклаве мусульманских стран, они обязательно резали свинину, потому что когда человек приходил, он должен был знать, что христиане здесь живут. Одним из подтверждений, что это христианская семья, была свинина на столе. Да. А на второе утро, 7 утра собирают все лакомства и ходят и раздают бедным
семьям, бедным детям, сейчас в детдома, пожилым, людям, которые находятся в больнице. Это вот большая очень акция. По Тбилиси идет такая арба, запереженная волами, и все церковные служители выходят, собирают, люди бегом идут, приносят все лакомства с дома. Это считается такой благородной традицией. Они сдают, и те раздают. Все довольны, и тот, кто отдает, доволен, и тот, кто получает, тоже счастлив от этого. Какого числа? Это 7-го числа. 7-го числа. А от те, що зараз говорять про перенесення Різдва з 6-7 грудня на 25-те, як грузини до цього ставляться? Ну, грузини поки в этом держать паузу, вони не спішать, тому що якщо віками сохранилася ця традиція, то так швидко, мабуть, ми не готові до цього переходити, подождемо, подивимося, може і так. Хоча це такий красивий праздник, вся Європа починає это уже праздновать 23-го. Я жила с детьми, то есть со своей семьей в Прибалтике, в Риге. Я видела, как красиво все это начинается, очень попезно, со снегом, с поздравлениями, с Санта-Клаусом. Конечно, праздник всегда интересен и прекрасен. А от дивіться, пані Наїра, ну от Грузія, вона ж не однорідна, да, за своїм складом. Да, тобто є різні регіони Грузії. Абсолютно різні регіони, так. Да. І от як в усіх регіонах однаково святкуються Новий рік і Різдво? Чи є якісь особливості? У кожного регіону є свої маленькі відклонення. Общее, звісно, це Новий рік, праздник і все. Сваны, допустим, они взбираются в свои башни и оттуда оповещают, что наступил Новый год. Стреляют с ружья или то, что у них было. У мингрелов, конечно, все по-другому происходит. Стрельбу никто не отменял, то есть они стрельбой разрушают этот, как злые духи, прогоняют их, и наступает такой праздник, настоящий, красивый, поэтому они радуются всеми членами семьи. Есть такая традиция, когда вот на второе утро тот, кто приходит, он приносит как бы своей энергетике все доброе, хорошее. Называется кучха беднери. Да, поэтому грузины чтят такую традицию, и они всегда рады гостям. Класно. І от ви вже живете в Дніпрі скільки часу? 23 года. 23 роки. Грузинська душа якісь привнесла сюди, в Дніпро, традиції святкування Нового року та Різдва? Чи ви навпаки асимілювалися і вже прийняли традиції місцеві? Ви знаєте, ми в самому вигідному ситуації знаходимося, тому що ми сохранюємо грузинське, те, що подобається, забираємо українське і празднуємо, як українці, як грузини. І виходить так. Такое долгое, хорошее веселье. Мы вчера уже в Бароне разгуляя начали праздновать с детьми, разучиваем стихотворение, мы будем еще праздновать, будем ставить елку, дети с удовольствием должны рассказывать стихи на грузинском языке, и родителям приятно, и учительница довольна, что ее дети говорят стихи на грузинском языке. Дед Мороз и Святой Миколай у грузинов такие сами, как и в украинцев? Да, да, чуть-чуть визуально он похож, потому что он такой в белой бурке, с такими усами, несет большой мешок, который называется хурджин, и там лежит чурчхела, гозинах и мандарины, конечно, это этот. И, конечно, все рады, все ждут Деда Мороза, и он исполняет все мечты и все желания, которые есть у детей в семье. Ну, и Святой же Миколай тоже есть у да, грузинов, так да, само. Да, Вин да. Так, и сам, так и называется Святой Миколай, чи є якась... Нет, называется Дед Мороз. Но можно встретить, это уже по Тбилиси, по Грузии ходит Санта-Клаус тоже, поэтому один другому не мешает. Им всем комфортно, и они все хорошо уживаются. Вот, смотрите, в украинцев есть такая традиционная страва на Різдво, кутя. Да. Пшениця, там, узвар, все. У грузинів що? Обязательно, обязательно. Потому что это идет пост, из поста всегда очень сложно выходить. Поэтому пшеница у нас не отменяется. То есть ее снимают там, ее в ступке бьют, и надо шкурки снимать. Ее варят очень долго. И вот вы сказали, в разных уголках, по-разному, в каждом уголке. В центральной Грузии обязательно ее заправляют орехами, изюмом. У них свое, это настоящее.
Мингрелы же варили кукурузу, снимали с нее тоже, вот они долго ее варили и тоже сладостями, медом ее заправляли. И, конечно, обязательно должна быть кутя. Мы начинаем с кутя, начинается празднование Рождества Христова. Цього року планують діти вашої духовної школи вийти на коляду, можливо, поколядувати там, не знаю, якимось великим колективом у своїх друзів, знайомих? Вообще хотелось бы. Это хорошая традиция, это приятная традиция не только к грузинам прийти, но и украинцам прийти, к местным прийти и рассказать, что мы грузины, вот хотим вас поздравить, пойти к детям, больным детям, поздравить, поддержать их. Я думаю, это было бы хорошее очень дело, надо это сделать. Конечно, мне очень приятно, что вы мне такую идею подаете, и надо ее выполнить. Які ще свята ви святкуєте? Що ви проводите? От грузинська душа, ну грузини ж, наскільки я знаю, дуже люблять погуляти, да, посвяткувати, гучно, весело. Що ще ви робите? Чим ви ще займаєтесь? Які ще свята у вас відбуваються? У нас обов'язково ми празднуємо День грузинського язика. Обязательно в апреле, 14 апреля у нас проходит. Для нас очень значимый. Если Украина вот последние годы только приходит к тому, чтобы перейти на грузинский язык, то эта традиция у нас 67-го года очень остро стоял вопрос родного языка в стране. Наша молодежь отстояла это право, чтобы в нашей Конституции еще в 67-м году, когда это был Советский Союз, когда это было вообще невозможно представить в нашей Конституции, в единственной Конституции всего Советского Союза, было разрешено грузинам иметь, то есть иметь родным языком свой родной язык, грузинский язык. Поэтому эту традицию мы, дань этой дате, мы до сих пор поддерживаем. В Тбилиси имеется самый большой парк, самый красивый, который называется парком грузинского языка. Это на грузинском будет «Дедаэнис» парк. И стоит огромная большая стела, которая повещает, что основой национальности является язык. И он говорит, что грузины должны учить другие языки, должны общаться на любом языке, но изначально они должны знать свой язык. Поэтому в нашей, наш просветитель сказал, обязательно язык, отчизна и вера. Мы должны быть триедины в этом вопросе. Очень важно для нас язык. Поэтому этот праздник, этот день мы празднуем, мы приглашаем писателей, мы собираемся. Мы рассказываем какие-то рассказы, зарисовки, показываем, чего мы добились, чем мы занимались целый год. И, конечно, очень приятно, когда к нам приезжают грузинские деятельные, и они нас поддерживают, и у нас есть чем выйти к украинскому народу и рассказать о нашей культуре Божьей с первых лиц. Конечно, это становится традицией и очень хорошо. Но во всех этих мероприятиях нас поддерживают меценаты наши, которые в нашем городе живет. Без поддержки мецената, без помощи, конечно, очень трудно а всем, наверное, общественным организациям заниматься своими культурными программами, потому что это связано с финансами, с деньгами, со многими вопросами, которые, наверное, стоят у многих на повестке дня. Перед кожним це стоїть, а особливо, якщо ви приїжджаєте з іншої країни, якщо є якісь там моменти, які не завжди підтримуються державою, ну, власне тих людей, які тут народилися і живуть, то і мало хто підтримує тих, хто приїхав сюди. Скажіть, як вам живеться комфортно в Україні вже 23 роки? Чи все ж таки відчуваєте якесь, ну, не знаю, от що це не ваше? Чи ваше? Вы знаете, наверное, все-таки каждый человек стремится туда, где он родился. Это однозначно никто не отменял. Но если бы мне дали право выбора, вот где еще, кроме своей страны, конечно, мне здесь. Потому что что такое родина? Родина – это место, где тебе комфортно, где тебе приятно жить. У меня здесь друзья, семья, родственники, близкие, подруги, работа. Вот у меня, вокруг меня все комфортно, поэтому, конечно, мне здесь нравится, я дружу с людьми, у меня хорошие отношения, я вижу добрые отношения ко мне, я тем же им плачу, вот таким же добрым отношением, конечно, это дорогого стоит, и я чувствую, что здесь моя родина. Давно была на Батьковщине? Года 2 тому назад. Собираюсь. Ну, в этом году уже не успевается, но с Нового года, по-моему, поеду. Да.
Скажіть ще мені таке питання. От діти, які ну то народилися вже тут, в Україні, да. В Дніпрі. Чи знаєте ви такі випадки, або можливо там ви возили дітей туди, в Грузію, і як вони реагують на те, що от вони грузини, та народилися в Україні і приїжджають на батьківщину своїх батьків, там дідусів, бабусь? Як вони реагують на це? Ви знаєте, Грузія, само посольство Грузії проводить програми для того, що в Грузії є лагеря. Для вот, грузиноязычных, грузинских детей, она приглашает нас. Это происходит летом, они приглашают, дети ездят, бывают в этих лагерях, им очень нравится. Там кроме грузинского и другие языки, они со всего мира собираются дети, поэтому им очень комфортно с ней общаться и познавать свою родину уже на месте. Тем не менее, вот своих грузин приглашают, но... Наше посольство Грузии в Украине выступает с таким предложением и к вашим детям, детям инвалидов, детям участников АТО. Она приглашает все это бесплатно в Грузии на берегу моря оздоровляться, проводить культурные программы. Поэтому в этом направлении наше посольство делает большие шаги, очень хорошие шаги. Ну, дай Бог, щоб ці кроки вони якось об'єднували дітей, да. Українських, грузинських, був якийсь контакт, крім того, що ми просто спілкуємося, а ще дізнавалися культуру один одного. Ви знаєте, що обогащає чоловіка і що не втрачає, коли ти познаєш культуру чужих стран, чужих людей, свою познаешь, тогда ты и свою ценишь больше, и к другому относишься очень бережно. Изучение культуры, познание культуры только обогащает человека, делает его более интересным. Не бывает ничего более скучного, который и чужой не хочет узнать, и только говорит о своем, о своем, о своем. Нет, это неправильно. Когда он знает чужую культуру, он по-другому и свое преподносит. Ну, бывает же таки, еще и свою культуру не хочет знать, да, ни свою, да, мову, ни, да, свою культуру. Грузинська душа святкує Новий рік всією громадою, чи все ж таки ви десь збираєтесь перед Новим роком або після Нового року, а так кожен по своїми родинами? Ми збираємося всі вместе собратися. Да, у нас така немаленька община, у нас два танцювальних колектива, Ріони і Шабатоба. У них великолепная музыка, они под зажигательные танцы выступают, заряжают всю публику, собираются люди. Мы можем выступить на площади 1 числа, допустим, вокруг нас всегда такая большая толпа людей, они подхватывают наш флаг и тоже стараются войти в танец и вместе танцевать. Поэтому это очень интересно, красиво, очень зрелищно проходит. Поэтому мы готовы выйти на улицу, позвать и вместе со всеми отмечать Новый год. Клас, дякую вам. З наступаючими вас новорічними святами. Я бажаю вам міцного здоров'я, процвітання вашій грузинській душі. А нашим телеглядачам я хочу нагадати, що Україна і Грузія дуже схожі між собою. В нас є як один спільний ворог, так і одна спільна віра, одна спільна мета – бути щасливими і процвітаючими країнами. Святкуйте Новий рік так, як вам подобається, святкуйте Новий рік з тим, з ким вам подобається, а головне пам'ятайте, що в новорічних святах важливо бути поруч з тими, кого ви любите. Отже, не забувайте про це і будьте щасливими. В студії була Наталія Гейман, дякую вам за увагу.